Ребят, всем привет, с вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли, точнее, это вторая часть видоса из Москвы. Сейчас будет дрифт такси, сейчас будет много покатушек. В одну серию это все не поместилось, поэтому я сделал первую, сразу выложил ее и сразу делать вторую. А вот как раз и она. Все, кто пьет чай или кушает, приятного аппетита. Сейчас обязательно сам себе чаек заварю. Жду тут немножко катнуть дрифт такси. Ребят, всем привет. Привет! В принципе, народу очень много пришло, я вам скажу. Я даже не ожидал, что будет столько. Дошли до еще одной площадки. Тут довольно много места, только что тут дрифтил КамАЗ, к сожалению, я не успел. Но тут еще дрифт-школа, насколько я знаю. Хотел вам показать вот эти SX-ы. 180 SX, а руль левый. И там тоже 200. А, ну там 200 SX. Здесь, возможно, просто форточка от 180 SX. Вот эти тонкости, если честно, я до сих пор иногда не разбираюсь, не понимаю. Короче, на стиле тачки люто. Вот эта расклейка вся цветная, все блестит. Ну, вы поняли, да? Чисто такой японский стиль или даже, можно сказать, американский animal style стиль. Круто сделано. На фотках много раз видел, вживую смотрю. Ну, в целом, я вам скажу так, что все сделано техникой аппликации. Наклейка, наклейка, наклейка. Но покраска прикольная, она реально ксералик, и все блестит именно такими, знаете, разными оттенками. Ну и здесь, в принципе, также тоже все, аппликации сделаны, вот эти все наклейки по отдельности, они как бы все. Расширение просто на обычных болтиках. Ну вот отходишь буквально на 3 метра, и все очень красиво смотрится, очень аккуратно. Так и должно быть в настоящей боевой машине. Чего, Ксюша, скажешь по этим машинам? Мне не нравится, да. Классно, да? Да, мне еще нравится, когда, знаешь, командный стиль. Если что, со мной тоже фоткаются. На то, что с Ксюшей подогнали вот такие брелочки, смотрите. Вручную сделано. Trailhead логотип. У нас тут первое дрифт-такси. Ребят, привет! Привет! Как настроение? Все, огонь! Сейчас полетим, как на вертолете. Серега помогает мне менять покрышки, потому что я тут вообще в огне. Самый прикол, ходите, я все это время катался на одной паре. Вот эти хабилит, это просто живучая резина. Офигенно едет, офигенно дымит и очень живет хорошо. Сколько я тут дрифт-такси накатал? Очень много. Тут катаю по полной программе дрифт-такси, и у нас сейчас сидит победительница конкурса от Trailhead. Молодец, что участвовала. Что-то с колесом. Блин. Блин. Извини, я колесом-то коснулся. Мы сейчас ищем, что погнулось, но пока ничего не видно. Вон, видите? Там скорее всего. Вот, смотрите. Развал ушел. Бусмоторс не зря приехали. Помогают мне ребята, что я в запаре. Прям вот на место? Много, да? Нет, да, много. И
Посмотрели все, что там могло загнуть, но, к сожалению, ничего не видно, вообще непонятно. Тяга целая, теншн целый, нижний рычаг тоже целый, но колесо криво стоит. Ксюшей все в дом, билеты, дрифт-такси, смотрите, какая пачка. Сейчас Ксюша все считает. Накатал я дрифт-такси, видите, по мне, я весь мокрый, я просто никакущий. Но откатал очень много народу, всех желающих. Кто ко мне хотел сесть в Лавра и прокатиться, всех прокатил. Ни одного расстроенного человека. Лавр там реально оттарабанил это все дело. Сжег всего лишь один комплект, на самом деле, второй вот этот гисловет поставил. Но что-то мне, если честно, гисловет для дрифта вообще не нравится. Он как-то шумит странно. Короче, на самом деле, очень экономно катал, потому что вот этот хабилит, он просто какой-то был бесконечный, я на нем катал. Что считаете? И вставочка от меня. Сережа говорит, я не накатался, с учетом, что он катается просто весь день без остановок. Даже я откаталась с ним первую сессию, и мы прогулялись там, и покушали, и, в общем, я не пошла на вторую, потому что, ну, устаешь, и он начал катать дрифт-такси. Я уже успела поспать, что только я не поделала, пока Сережа, вот он только сейчас подошел и говорит, что-то я не накатался. Вы понимаете, у него покатухи должны all day, all night выйти. Да не, я просто не прокатился, парда еще ни с кем нормально, потому что на дрифт-такси едешь... Не катал особо парда. Да, катают. На дрифт-такси едешь, понимаешь, и у тебя машина вся загружена, она просто не едет нормально. Ну, то есть за тобой пристраиваться, а ты не можешь пристроиться. Плюс все время разный вес, то есть если там девушки сидят сзади, одно. Если два мужика или три мужика, другое, потому что машину сразу, во-первых, сразу выталкивает на постановке, очень закидывает. И перекладки, они такие более... более затяжные, короче, тебя выбрасывает прям. Когда едешь один, вообще по-другому. Как на хуне? Не, никак нахуй. Да. Но там разочек была такая тема, что я чуть ли не вылетел вообще уже. Я узнал у организаторов, сколько стоит билет дрифт-такси. 3000 один билет, 1000 идет организаторам, 2000 идет пилоту. Ну, вы понимаете, да? Очень... Вот что значит приезжать, в принципе, на заработки. Сейчас посчитаем, сколько тут. Подошел человек, который пишет, биты мне, прикиньте. Серега не особо отдыхал, говорит. Ну еще бы. Больше гажалом стал. Подгоняет кому-то, и спасибо большое. Хотел no drift, no fun. Вот здорово, минус. Это было круто, садитесь на заднее сиденье. Они первый раз дрифтили вообще в целом. Проехали сейчас за Аристой Шикова, но она, конечно, бодрее едет, но у него слики уже все стерто. Вы помните, да, в прошлом году мы тоже ездили, она на сингл турбо. Ну, денек вообще душевный на самом деле. Я, конечно, накатался, если честно. Хоть и Ксюша говорит, что я еще хочу, но я реально накатался. Хотя еще прокачусь пару раз, если будет можно. Ну, вы все-таки еще решили покатать дрифт-такси, но пока есть желающие. Присаживайтесь, переступайте вот эту штуку. Все,
Все, дрифт такси официально окончилось. По-моему, там даже уже закрыли трассу. Накатались до последнего. Уже практически единственный там катался. Там буквально две машины было. Никакой очереди, ничего. Круто, что в дрифт такси пускали без очереди. Это большой плюс. Под конец катал уже всех подряд. Просто кто просился, без билетов. Вот, просто по кайфу сам катался. Ну, Лавр, конечно, сегодня натерпелся люто, потому что постоянно в отсечку, постоянно. Постоянно масло 110-117, вода 117. Фу, только остыли, сразу поехали дальше. Всю, наверное, за эти 5 кругов тоже накаталась, которая сейчас ездила. Накаталась? Да, мне самое то, в начале покататься и в конце. Потому что я-то вообще бесконечно, но на пассажирском так долго не покатаешься, потому что там укачивают, это факт. Когда едешь сам за рулем, там по-другому. Сейчас идем менять билеты на деньги. Сказали, прямо сейчас обменяют на деньги, на наличку. Не как обычно, отдаешь билеты, тебе там через полгода деньги, ну там через месяц или через неделю. А здесь прямо сейчас. Вот пойдем проверим. У нас вот такая пачка солидная. Если я не ошибаюсь, мы набили кругленькую сумму. Сейчас увидите, все узнаете, сколько можно заработать на дрифт-такси на Лавре. Я вот не знаю, сколько у Шикова стоило такси. Он, по-моему, тоже постоянно катал полную загрузку. Мне даже интересно, кто лучший таксист этого мероприятия. Потому что там был еще Марчок, у него было тоже 4 ковша. Уже уезжал и стоял, там Шиков еще круги давал. Да, да, он там, по-моему, остужает Джей и едет дальше. О, вот. Гоша уже собрался. Молодцы, ребята, собрались аккуратненько, зацепили, сели, поехали, а ты будешь вот так вот. Нет, мы спокойно полгода заночуем и поедем завтра утром. Да не, ты всегда себе мероприятие уходишь, когда перекати поле, знаешь, когда никого уже организатора выгоняют, так он еще чутка. Я люблю до последнего тусить, это честно вообще мое пристрастие, да. Тусить до последнего, пока не стемнеет, пока уже не будут выгонять охранники. Ну, мне просто нравится, я выжимаю максимум из этого офигенного гоночного или там выставочного дня. Я не люблю, знаете, уходить, когда еще вся движуха идет, и ты такой домой идешь. Нет, и что, там надо выжимать на до конца, но из корочки сок не получится. Получится. А ты это пытаешься сделать. Получится, получится. Все, ребята, Бусмотрс поехали домой в ночь. Хорошего им пути желаем. На улице уже темнеет. Мы еще не поменяли наши билеты, потому что там ждем человека. Попозже сказали подойти. Начались сборы, все уже уезжают. И уже многие, кстати, уехали. Так это все выглядит. Раз и нету ничего. Зацените, кстати, Trailhead сделали себе бус, так сказать. Дизайн немножко вдохновлен Лавром. Заметили? Вот эта вот чешуя. Прикольно получилось, классно. Надо посмотреть, как реализовано крепление под такой прицеп. Но видишь, у него два колеса сзади, это настоящий прям грузовик. Это очень большой Dodge Ram. Вон у него там такая штука. У него в кузове такое специальное крепление. Двойные колеса. Налички не было, но зато перевели. Отгадайте, сколько? Сразу скажу, 104 тысячи на дрифте поднял. Лавр молодец, прикиньте, 104 250 стоил Лавр, ну когда-то там. Ну вы понимаете, что можно, это можно. Ну плюс надо, конечно, снимать видосы, чтобы к вам хотели на дрифт такси. Плюс я перекатал кучу знакомых, просто людей, которые просто просились, потому что там у них нет возможности купить билет. Ну и, конечно же, всех желающих, всю толпу на дрифт такси. Кайфово, я рад, конечно же, сам накатался. Ну, понимаете, здесь, конечно, небольшой минус в том, что когда дрифт такси катаешь, машина очень инерционная, парно не проехать. И плюс у нее постоянно разный зацеп, то есть ты сейвишь, то есть ты так едешь. Но зато я скатал всего лишь 4 покрышки. 104 тысячи поднял. Круто. Рад, конечно же, рад. Куплю себе покрышек на эти деньги, на все. У меня тоже тут идут сборы. Естественно, уже потемнело. Лавр почти загружен. Весь зип с собой. Не пригодился, но мог пригодиться. Поэтому не зря взял. Привода тут лежат еще. Вот, кстати, мой улов по хомутам. Зацените, ребят. Спасибо всем, кто принес. Теперь у меня есть запас хомутов. Даже некоторые подписаны для Steel of Daily. Спасибо вам большое. Ой, он не зацепит. Ой, стой, назад. Давай, давай, давай. А мы приехали в Санкт-Петербург. Дорога была, в принципе, легкая. Спокойно на тундре доехали. Из Москвы выехали в 12 дня. Сейчас вот 8:30. Приехали в Питер.
заезжали перекусить, ну, в принципе, так, просто ехали, не особо сильно гнали по платной дороге, ехали где-то 170 все время, просто по трассе ехали уж как получится, ну, и, естественно, так как вечер и воскресенье, были дачники, были пробки небольшие. Но в целом добрались, я не устал вообще нисколечко, вот что значит комфортная машина. Ксюша, я думаю, тоже не устала? Нет. Тундра отлично себя ведет, отлично идет. Был сильный дождь, по дождю едет уверенно, потому что, знаете, когда едешь на достаточно большой скорости, заезжаешь в лужу, там, в колею, машину часто шатает и как-то неуверенно она держится. Тундра вообще очень уверенно держится, даже на этой резине. Все так стабильно, плюс эта резина держит нормально дорогу. Когда я только выехал, да, я почувствовал, что стало чуть потяжелее, может быть, ехать, как-то так рулиться. Но в целом сейчас я уже к этому привык и спокойно ехал вот на максимум. У нее максимум, получается, по GPS-у это 175 где-то километров в час. Ну, 170 едешь и едешь, как бы ничего. Сейчас мы доехали до стоянки. И смотрите, вот тут уже стоит лавр. Отгадайте, как он здесь оказался. Короче, я вчера, когда грузил лавра на автовоз, у автовозчика спрашиваю, когда вы завтра приедете? Потому что, скорее всего, он поехал в ночь сразу же. Он такой, да не знаю, типа, может быть вечером, может быть в обед. Сегодня проснулись, сразу выехали. Интернет толком на платной дороге не ловил. Я такой думаю, так, проверю-ка я чатик нашего автовоза. Что там как, ВКонтакте. Залезаю, смотрю, что уже оказывается в час дня, по-моему, он уже был в Питере. Машину разгрузили ребята, которые там были. И все, просто оставили. Она там с документами, с ключами. Я что-то начал переживать, потому что время уже было 6 вечера. Позвонил одному человеку, второму человеку. Они свои тачки забрали, точнее не они, а их друзья. А моя так и стояла. Я думаю, блин, отлично. Там, где грузят автовозы, там, ну, как бы ни души вообще, ничего, никого нету. Машина стоит вся с колесами, там, с запчастями. Короче, начал переживать, сразу Руслана набираю. Говорю, Руслан, выручай, пожалуйста, ты где находишься? Он оказался недалеко, как он сказал. Доехал до туда на такси, взял лавра и пригнал его на стоянку. Поэтому Руслану большое спасибо, большой респект. Очень выручил меня, потому что я изначально думал, вчера как раз автовоз приедет, видимо, вечером. Ну и я как раз приеду тоже вечером. Но получилось так, что он приехал утром, поэтому лавр стоял там, ждал. Вот такая поездочка вышла в Москву. В целом все очень понравилось. Я думаю, еще в следующем выпуске там расскажу что-нибудь поподробней. Но было круто, крутое мероприятие. В 100 раз больше понравилось, чем в прошлом году, когда Drift Expo в павильоне. Потому что все-таки павильон это не то место, где должна быть выставка дрифта. Вот мне кажется, на гоночной трассе это самое то место, где можно посмотреть, вкусить дрифт и вообще понять, что такое дрифт. Поэтому получился отличный трип. Ребят, спасибо, что смотрели, спасибо, что поставили лайк и подписались на канал. С вами был Серега Стилов, милый штурман Ксюша. Всем пока, до новых встреч.